Мы отправились в район, в деревню Ташлык. Чуть было не проехали маленький неприметный домик у дороги. Нас в гости ждал Равиль Бахтеев, первый в районе, кто соорудил у себя на участке апидомик. Он предназначен для отдыха на пчелиных улях за счет воздействия пчелиной семьи. У Равиля Бахтеева в апидомике 3 семьи. И получает он от них не только продукты пчеловодства. На пчелах Равиль обы отдыхает. Вот так я здесь лежу. Я вот даже, как вам сказать, с города, если приезжаю, да, я всегда какой-то, ну, немножко усталый. Ну, знаете, как-то, ну, всегда. Так вот, если я дома отдыхаю, это одно. А здесь я как огурчик выхожу. Пчелы лечат не только своим теплом, но и вибрациями. Трудолюбивые насекомые не замолкают никогда, потому помимо винового аромата, которым насыщен воздух в эпидомике, отдых здесь сопровождается постоянным жужжанием. Когда я первый раз только сделал и лег сюда, пролетал как раз реактивный самолет. Ну, понимаете, он улетел, а звук тот же остался. Голова моя здесь. Это, оказывается, пчелы жужжат. Вы понимаете, вот этим своим жужжанием они мою психику, мою энергию, они успокаивают. Равиль Бахтеев называет себя первопроходцем апитерапии в Нижнекамском районе и надеется, что его идею поймут и поддержат другие пчеловоды, которых у нас достаточно много. 33 года лежал на печи и отдыхал Илья Муромец, а вот лежал бы на пчелах, хватило бы и 3 минут. Современная медицина идет семимильными шагами, прогресс явно налицо, но вот народные методы до сих пор в тренде. Кирилл Давкаев, Марсель Джураев, новости НТР.